В Тамбове стартовало первенство области по летнему палеотлону в декабре. Звучит парадоксально, но ничего странного на самом деле в этом нет. Просто все дисциплины многоборья, запланированные на зимнее время, проходят не на свежем воздухе, а в помещении. Отсюда такое название. Палеотлон – это практически ГТО, отличие только в количестве дисциплин. В ГТО их 8, а в палеотлоне 4. Летний палеотлон 2018 стартовал с плавания. Проверить свои силы собрались более 50 спортсменов. Плавание у нас проходит у малышей 10-11 лет 25 метров, 12-13, 14-15 – 50 метров плывут, и взрослые плывут сотню. Палеотлон в Тамбове будет проходить в течение выходных. В субботу спортсменов ждет стрельба, а в воскресенье они выйдут на беговые дорожки. В этот же день пройдет награждение победителей и призеров.